Если ты хочешь знать, когда зачислят призы из Танкфанда, ставь лайк. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить настройки своего аккаунта, тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем обсуждать достаточно интересную тему, связанную у нас с не с матчмейкингом. Короче, у нас же вчера был стримчик достаточно интересный, где у меня достаточно знатно бубануло. Короче, ребята, мы сейчас с вами будем записывать тему по поводу танкфонда. Танкфондик. И если ты хочешь знать, когда зачислят призы из танкфонда, ставь лайк. Под данный видеоролик и пиши комментарий. Как ты думаешь? Короче, заходим мы с вами в достаточно интересную штучку. Так, браузер давайте погнали. Я у нас еще ничего не чекал, не смотрел. Мне просто интересно посмотреть, что там у нас написано на танкфонде. Как, соответственно, эта вся штука у нас работает. Написано там понятно или нет. И хочу разобраться, какого, соответственно, числа у нас будет розыгрыш. Потому что, ну, я по крайней мере, сейчас даже сам не знаю, что и как. Так, я единственное, что знаю, что продажи у нас... Точнее, не продажа, а танкофонд формируется, формировался до 20 июля. 20 июля, соответственно, прошло, призов у нас нету. И что же здесь такое написано? Танкофонд — это танковый фонд, который будет разделен среди 8000, так, состав набора. Так, это нам не надо, призы. О! Давай читаем, мне интересно, действительно здесь не написано, когда будут у нас раздаваться призы? Или все-таки написано? Просто я не знаю, вчера было очень много вопросов на стримчике, поэтому, ну, давайте, как говорится, если уж много вопросов есть, если есть спрос, значит, есть предложение, значит, соответственно, ролик надо записывать. В данном ивенте предусмотрен два варианта получения призов. Первый — розыгрыш среди купивших ивентовые спецпредложения. Будут выбраны участники розыгрыша, которые получат равные доли танкфонда. Дополнительные бонусы — это второе. Каждый игрок, купивший хотя бы одно из спецпредложений, получит дополнительные бонусы в зависимости от размера танкфонда. Фонда каждый раз, когда танкфонд добавляется 1 миллион танкоинов, танкофонд переходит на новый уровень. Так, это не то. Так, важные уровни, дата призы. Призы за уровни будут начислены по окончанию ивента. Угу. Так, а ивент у нас заканчивается даты. Так, начало продаж, конец продаж, розыгрыш. 22 июня. Все. Призы за танкофон будут 22 июня. Что непонятного? Я не знаю. Но, окей, ладно. 22. Объясню, как это, наверное, работает. Смотрите, ребята. Здесь прям так сразу и написано. Начало продаж и, соответственно, конец продаж. Это только ключевое эти слово «продаж». И здесь, соответственно, написано. Важно, призы за уровни будут начислены по окончанию ивента. Ивент, ребята, еще не закончился. Закончились только продажи. Окончание, соответственно, ивента будет, когда будет сделан розыгрыш. То есть 22 числа. Все. Все гениально просто, что у нас здесь решается. Поэтому не переживайте, кто там у нас ждал именно призы 20 июня. Не знаю, может быть, вы, наверное, просто не так поняли это все дело, либо, соответственно, не читали вот эту плашечку «Важное». Мне кажется, вот разработчикам нужно вот «Важное» подписывать каким-то красным таким курсивом. И здесь, соответственно, точно писать точную дату, когда будут зачислены призы с уровня. Типа по окончанию ивента. Когда этот ивент закончится? Точную дату, точное число, пожалуйста, давайте всем, чтобы, как говорится, таких путаниц у нас не было в этом всем деле. Правильно? Правильно. Так, а кстати, а как мне перейти в танкофонд? Вот сюда, да? А, хочется еще сказать по поводу танкфонда. Если честно, то я офигел. Я офигел с этого танкфондика. Объясню почему. Смотрите, изначально, когда танкофондик рос,
Он рос достаточно, ну, скудненько. Он что там первый день почти до лямчика одного дорос, потом второй там третий день до второго лямчика, потом там через еще три дня там до третьего, четвертого еле как, абы как. И вот как-то медленно это все дело шло. Я думал на самом-таки деле, что, ну, дойдем хотя бы до 7 миллионов, будет уже неплохо. Типа, один скин-контик все равно за 1200, ну, как бы пойдет нормально, правильно? Потом как-то очень быстро у нас набрался 8 миллионов. Я такой думаю, ну ничего себе, нифига себе. Ну тогда 2 скин-контика за 1200, это вообще просто сказка. Потом как-то у нас набрался 9 миллионов. Я такой сижу в афиге и думаю, ну блин, 9-й приз так-то мне абсолютно не нужен. Ну, как бы, будет участников больше, будет шанс, соответственно, больше выиграть. Ну, нормально. Ну, 10 точно не наберем. Стопудняк, я был 100% в этом уверен. Потом фигак, соответственно, один день остается до конца, набирают 10 лямов. Я такой, что? Я такой, как это работает, черт возьми? Как это, черт побери, работает? Что... Так вот можно взять и набрать 10 лямчиков. И потом, соответственно, когда последний день проходит, за один день последний набрали 637 там, тысяч, может даже еще чуть побольше. Или наоборот, наверное, чуть поменьше, да? И практически до бластера не хватило-то 363 тысячи. Просто 363 тысячи в фон. И был бы у всех бластер на рикошетов. Ну, естественно, у тех, кто купил. Это офигеть. Так-то вот просто, смотрите, самая главная наша проблема, знаете, в чем заключалась в этом танк-фонде? Помните, когда я вообще первоначальные ролики записывал, потом, когда второй ролик записал, где я ребятам пытался объяснить, что, ребята, вот вы сейчас ждете, да? И на самом-то деле, может быть, там кто-то мне не верит, но таких людей было много. Типа, не ждите, купите. Купите хотя бы эту дешманскую спецуху, типа, вас таких гениальных людей, которые думают, ну, сейчас наберутся там призы побольше, вот тогда я и куплю, вот тогда, соответственно, я и закину свои 1200 в этот танкофон, типа, а так, как говорится, ну, мне ни туда, ни сюда, как говорится, ни холодно, ни жарко, правильно, ну, такое, типа, не очень охота. Я тогда еще говорил, ребят, давайте покупайте. Просто представляете, если бы даже какая-нибудь 1000 людей, которые вот так вот покупали всего лишь по 1000 спецуху, взяли и прикупили. Это уже, соответственно, плюс лямчик. Просто плюс лямчик в танкофон. Это разве не много? Да это офигительно. Плюс потом бы донатеры уже это все добили. Плюс еще бы такие скупые люди начали еще прям это все покупать. И я бы больше чем уверен, что мы дошли бы и до бластера. И, соответственно, даже, возможно, до броненосца дошли. Ну, пульсар, соответственно, кризис и скорпион на 15 уровне. Это дело, как говорится, такое себе. Такое себе. Здесь бы, скорее всего, мы уже с вами не дошли сюда. Но, тем не менее, я так думаю, если бы все у нас покупали... донатеры бы там подтопили. Потому что объясняю, как эта схема работает. Смотрите, ребят, вы там сидите, жлобите, не покупаете эту спецуху. Донатеры, в принципе, это все дело могут прикупить. Но есть одно большое но. Можно было покупать каждый день спецуху по 6000 танкоинов. Ее можно купить только один раз в день. Просто представьте, если бы, допустим, донатеры вот видели, что танкфонд у нас растет достаточно неплохо, то, естественно, такие бы люди каждый день покупали эту спецуху. А так, скорее всего, они увидели, что, блин, ну, неплохо, до 10 дошли, давайте еще прикупим. Но фишка-то заключается в том, что в последний день эти самые люди могли купить только по одной спецухе за 6000 танкоинов, и они добавляли по 3000. И, соответственно, вот такие вот люди скупые, которые там не хотели сперва брать, а потом вот так и взяли, сами себя обломали на возможные крутые призы в виде бластера, в виде броненосца. Потому что, ну, я так думаю, такими бы этапами, такими шагами мы бы прям легко дошли до броненосца, просто вообще как нефиг делать. Просто, ну, блин, мне интересно, даже вот, дошли мы там до 5 миллионов. Вот на 5 лямчиках мы, в принципе, до него достаточно быстро дошли, там что-то за неделю. И, ну, ёлки-палки, 40 обычных контейнеров, плюс слот, плюс 30, как говорится, ультраконтейнеров. Здесь уже можно не думать и покупать, потому что, ну, за 1200, 40 контейнеров, плюс слот, плюс, соответственно, ультраконтейнеры,
Серьезно? Мы только недавно там с одним из подписчиков, Владозом Зориным, обсуждали такую тему, что он покупал дополнительный слот за 5000 танкоинов, а тут как бы дополнительный слот за 1200. И я больше, кстати, чем уверен, что после этого танкфанда еще будет такая тема, что смотрите, вот эта вся штука проходит, и я после первого танкфанда, где добавляли у нас плюс слоты, думал, блин, еще по-любому на легендах все у нас будут кататься на четырех регистрах и в ус не дуть. Захожу, ну там, я не знаю, прибавилось 1-2 человека в табе, а все остальные как катались с трешкой, так и катаются. Я такой, что? Нифига себе. Так, ладно, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царки лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Turn the club into a freak show.